Самые яркие хайер-преображения ради Каннского фестиваля за всю историю его существования «Автор 30.05». 2019. 25 мая завершился Каннский кинофестиваль, и самое время подвести его итоги. Звезды приложили немало усилий, чтобы произвести впечатление на красной дорожке. У кого-то это получилось самым лучшим образом, кто-то же поразил публику своим безвкусным нарядом. Мы же предлагаем посмотреть, как знаменитости поколдовали над своей прической и на что пошли, чтобы привлечь к себе внимание. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Пенелопа Крус в 2011 году на премьере «Пиратов Карибского моря» на странных берегах на Каннском фестивале «Пенелопа Крус» поразила всех присутствующих, к роскошному образу актриса добавила накладную челку. Девушке она очень к лицу, так что надеемся, что в таком образе она будет почаще появляться на публике. Белла Хадид. Пусть образ Беллы Хадид немного устарел, ведь в таком виде она появилась на Каннском фестивале еще в 2016 году, все же. Ее образ стал лучшим на мероприятии. А накладная челка настолько потрясла общественность, что стала модным трендом, который находится на пике популярности по сей день. Сальма Хайек специально для Канн преобразилась в 2017 году из Сальмы Хайек. Актриса приехала на Лазурный берег длинноволосой брюнеткой, а уехала шатенкой с удлиненным каре. Притом она еще успела примерить розовый парик для ужина премии Women in Motion. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Ума Турман. В 2017 году фестиваль превратился для актрисы прямо-таки в сказку, в которой Золушка опаздывала на бал. Ума так торопилась на открытие Каннского фестиваля, что стрижку пришлось делать прямо перед выходом на красную дорожку. Всю историю создания своего каре знаменитость показала в своем микроблоге, посмеявшись над столь забавной ситуацией. Кьяра Феррани и свое бьюти-преображение девушка обставила как целый спектакль. Сначала она опубликовала в Instagram Stories процесс избавления от волос, а точнее кадры с раскиданными прядями. На красной дорожке она действительно появилась с новой прической, но несложно заметить, что это всего лишь парик. А вот на следующий день блогер опубликовала свежие снимки, под которыми оставила шутливую подпись «Волосы снова отросли». Хелен Миррен. Смелости Хелен можно только позавидовать. Она постоянно удивляет поклонников смелыми экспериментами в области причесок и макияжа. И в этом году актриса посетила Канн ради премьеры фильма «Лучшие годы жизни» и поразила всех своим невероятным клубничным блондом. Виктория Боня. Светская львица Виктория Боня просто не могла пропустить такое громкое мероприятие. Она сама назвала свой наряд очень скромным, а вот про прическу такого не скажешь. Телезвезда нарастила очень длинные волосы в духе сестер Кардашьян, и не прогадала, это сейчас очень модно. Хотя от фанатов Бонни не раз выслушивала критические замечания по поводу длины, но, видимо, ничего менять в себе она не намерена. Пенелопа Крус в 2011 году на премьере «Пиратов Карибского моря» на странных берегах на Каннском фестивале Пенелопа Крус поразила всех присутствующих. К роскошному образу актриса добавила накладную челку. Девушке она очень к лицу, так что надеемся, что в таком образе она будет почаще появляться на публике. Белла Хадид. Пусть образ Беллы Хадид немного устарел, ведь в таком виде она появилась на Каннском фестивале еще в 2016 году, все же ее образ стал лучшим на мероприятии. А накладная челка настолько потрясла общественность, что стала модным трендом, который находится на пике популярности по сей день. Сальма Хайек специально для Канн преобразилась в 2017 году из Сальмы Хайек. Актриса приехала на Лазурный берег длинноволосой брюнеткой, а уехала шатенкой с удлиненным каре. Притом она еще успела примерить розовый парик для ужина премии Women in Motion. Ума Турман. В 2017 году фестиваль превратился для актрисы прямо-таки в сказку, в которой Золушка опаздывала на бал. Ума так торопилась на открытие Каннского фестиваля, что стрижку пришлось делать прямо перед выходом на красную дорожку. Всю историю создания своего каре знаменитость показала в своем микроблоге, посмеявшись над столь забавной ситуацией. Кьяра Феррани и свои бьюти-преображения девушка обставила как целый спектакль. Сначала она опубликовала в Instagram Stories процесс избавления от волос, а точнее кадры с раскиданными прядями. На красной дорожке она действительно появилась с новой прической, но несложно заметить, что это всего лишь парик.
А вот на следующий день блогер опубликовала свежие снимки, под которыми оставила шутливую подпись «Волосы снова отросли». Хелен Миррен, смелости Хелен можно только позавидовать. Она постоянно удивляет поклонников смелыми экспериментами в области причесок и макияжа. И в этом году актриса посетила Канны ради премьеры фильма «Лучшие годы жизни» и поразила всех своим невероятным клубничным блондом. Виктория Бонни, светская львица Виктория Бонни, просто не могла пропустить такое громкое мероприятие. Она сама назвала свой наряд очень скромным, а вот про прическу такого не скажешь. Телезвезда нарастила очень длинные волосы в духе сестер Кардашьян и не прогадала, это сейчас очень модно. Хотя от фанатов Бонни не раз выслушивала критические замечания по поводу длины, но, видимо, ничего менять в себе она не намерена.